друзья. И я решил записать ролик по вот этой вот игрушке. Я начинаю не с новой игры, потому что я создал уже до этого игру, я забыл просто до этого записывать. И до этого у меня не было приложения для записи. Так всегда, когда ходишь, сразу реклама. Я уже, в принципе, не удивлен. Так. Вот я играю за Русь. Вот, вот здесь у нас остров как бы. А здесь вот я, 71. Отряд у меня не маленький. Вот так. Броня у меня максимальная. Немного прокачать можно. Уважение. Вот у меня все. Право на трон 250, надо говорить. Ну, хорошо. Вот, видите, у меня почему-то снизу. Ну, ты могла не задержать, тебя не только ходить нахуй. А знаете, почему это? Вот так вот я. Ой, господи. Если чего, там этот. Я вкачивал больше лидерства. Я вкачивал больше всего лидерства. И благодаря этому я получил много как бы этих войск. Ну как бы я захотел несколько деревень получить на войске. И вот сразу же покинули. Не сначала броня, что-то там племя, потом уважение за племя. Ну, в общем-то, вот так вот все. Вот так вот это. Сейчас мы можем еще сюда даже. Можем не воевать, можем вот так вот отъехать. Отгонять, зарезать, стрелять. Так, пока что с ним я так не вижу. Надо поближе подъехать. Вот, смотри, я так типа открою. Ну, я сейчас ничего не делаю, потому что... Но мы не знаем, я могу делать что-то. Если я так еще... Я ничего не могу делать. Я так сюда, я сюда. Так, это катапульты, я бы хотел. Ну так, это было катапульты. И сломать. Вот это. Вот. Мы победили. Вот здесь. Сейчас. Вот, забираем всех плененных 8 штук. И вот вся броня, которая с них осталась. Забираемся. Древние отбили, пацаны защитили. Кстати, у меня небольшие проблемки с этим. У меня небольшие проблемки с Русью. Смотрите. И в кланах. У меня вражда с Русью. Так что я первым делом к Руси присоединяю. Знаете почему? Просто я случайно присягу от меня, ну то есть, я из нее отказался, это достаточно. Я что-то пожалуйста. Вот так вот, хорошо. Они солдаты, вот пленные. Если вы отпускаете, вот же мне плюс 5. Если вы наоборот снимаете, это минус его дух и важно. Я их отпускаю, но я хочу себе много уважения. Вот город. Я люблю, наверное, страна,
максимальная ставка это 5000. Если ты выиграешь с 5000, когда кто поставил, то ты получаешь 20000 за победу. Да. Винта. Я смотрю. Угу, еще что-то. Ну так, вот я здесь, так, у меня вот здесь сбоку, но вот здесь сбоку все горят, пусть не так странно. Вот, это вот так стрелок. Надо помогать своим братьям. Когда я стану возить, надо взять это все. Потому что так, если ты не то у тебя получается, что это все больше моих напарников. То есть, у меня слава. У вас команда больше. Здесь это из этого побежал. А если вам скучно, то можете просто примотать. Это будет долго. Идем. Идем. Этот меч очень много урона нам. Я победил, это одна из плюсов. Видео, чтобы я не помню. Так, сейчас мы начали. Как я сейчас подняюсь? Короче, в правом нижнем углу есть меч такой, и типа, ну, это просто так, чтобы вот он успехи. Ну и чё, придётся применять мою любимую тактику. Моя любимая тактика, короче, такая, если всё лучше, вы просто берёте это. Если что, если кто не знает, я записываю сейчас 7 часов. Утра я не спал всю ночь. Я ложился, я ложился где-то 22, по-моему. Сейчас 7 часов утра, я до сих пор не спал.
последний бой. Мой вопросик. Опа, да, это как бы сюда не попасть. Как вы видели в начале арены, я поставил на свою победу 5 косарей. Вот. Если я сейчас его размотаю, и я сижу. Всем победили. Я люблю вот так делать. Так, плюс 20 тысяч. Известность плюс 20 тысяч добавок. Вот мы и выпили. Мы выпили. Так, а еще раз наверное. Вот, кстати, корона. Вот здесь написано. Необходимо прямо на там. Более 1700. Вот так вот хорошо. Ну, в общем-то, наш ролик подходит к концу. И всем пока!